Рукотворные шедевры в Орехово-Зуевском районном краеведческом музее. Выставка работ декоративно-прикладного искусства открылась в городе Ликино-Дулево. Поделки из бумаги и ткани, картины, вышитые бисером, крестиком и даже выполненные из соленого теста – все это можно увидеть в стенах районного краеведческого музея. Некоторые из работ относятся к народным промыслам, которые исторически развивались в нашей местности. Например, это изделия из холодного фарфора. Выставка стартовала в начале марта в честь Международного женского дня, поэтому и работы, представленные на ней, выполнены исключительно женщинами – мастерицами Орехово-Зуевского района. Нина Кузькина – одна из них. Она уже больше 10 лет создает шедевры из бисера. Любовь к вышиванию ей досталась от мамы, а после выхода на пенсию появилось свободное время для хобби. У меня очень много картин. Это несколько вариантов здесь. У меня целый вышитый иконостас, который я в Пасху всегда ношу в церковь вместе с яйцами, с куличом и освещаю это все. Вот. Люблю пейзажи, люблю цветы, люблю. Ну вот и иконостас, вот мои представленные три моих картины с моего иконостаса. Директор районного краеведческого музея, организатор выставки Ирина Ширина, также представила свои работы. Она уже много лет плетет корзины. Этот промысел тоже является исконным для жителей Гуслицы. Корзину нужно сплести за один присест. То есть часа три. Да, часа три. Ну, если сложная работа, то побольше. А так вот основное – это донышко. Все желающие познакомиться с экспонатами могут посетить Орехово-Зуевский районный краеведческий музей. Выставка «Рукотворные шедевры» продлится до конца марта 2017 года.